А, убил, гад. Ну, вонючка, слушай. Вот это босс, вот это босяра. Это же этот, пчел, бжик. Пчелка. Так, ладно. Так. Я запоминаю комбинацию. Как он делает? Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Stickman против... Stickman Побег. И у нас сейчас задание такое вот. Нам нужно забрать ключик, но прыгать нельзя. Прыгать нельзя, ребята. Потому что... Можно стукнуться. Ну, не стукнуться, я имел в виду, а... Да, башкой стукнуться, во-первых. Во-вторых, нужно аккуратно ходить, чтобы не упасть в пропасть. Опа, видишь, чуть не упал. Так, ладно. Так, последний, третий ключ. Так, эти мы так поставим. Сейчас попробуем пройти. Забрать ключик. Так, все. А, в принципе, несложно было. Я думал, будет намного сложнее. Хорошо. Полоса препятствий, ребята. Ох ты, ё-моё, ё-моё. Полоса препятствий. Ждем. Прыгаем. Так, открываем. Так, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо. Так, сейчас посмотрим, что будет у нас. Ага. Так, перепрыгиваем и опять ждем. Все, нормально. Проходим, ребятушки. А, дождь и радуга. Так, дождь. В смысле дождь? Нам надо ключики эти забирать. Так, есть желтенький теперь. Ага. Так, успеем, не успеем, не знаю. Не, не успеем на красный ключик. Так, ждем, где у нас будет красный ключик дальше. Так, вот он, красный ключик. Все, открылся наш замочек и убегаем. Подожди немножко, да. Нифига у них дождь, это же кулаки, а не дождь. А следующий уровень у нас... Получается, вот эти штуки... А, главное не наткнуться на крутилочку. Все, ключик... Ага! А я думал, не все так просто. Ух ты, ё-моё! Не все так просто, слушай. Ты думал, будет все так просто? Нет. У нас еще куча ключей собрать надо будет. Ага, ну ладно. Все, убегаем отсюда. Так, три квадратных колеса. Они крутятся вот таким образом. И нам нужно перепрыгивать. Ага. А тут у нас, смотри, колючки. Ждем тогда. А, ждем, 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 пока повернется колесико получше. И мы на него, ребятушки, запрыгнем. Все, запрыгнули. И забираем наш ключик. Все, открылся замочек. Ну, в принципе, уровень простой. Три квадратных колеса. А, добро пожаловать в дыру. Ой, ой, ой-ой-ой. Что происходит? Что происходит? Алло, ребята. Так, она меня засасывает, что ли? Ё-моё, иди нафиг. Дыра. Отвали. Отвали, дыра. Так, она уменьшилась, а я что-то прыгучесть потерял. Все, открыл наконец-то. Ох ты, ё-моё, нифига она как засасывает. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Чуть меня не щелкнуло, прикинь. Конкретно. Давай убежим. Я не знаю, будет засасывать. Ну, сдалека она вроде бы не так сильно засасывает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, я хочу домой. Отпусти меня, странная дыра. А, лазеры к бою. Ох, нифига. Лазеры. Так, здесь нужно обождать эти лазеры. Так, ладно, давай, иди сюда, вонючка. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Тут главное не спешить, ребята, ждем. Так, ждем, ждем, ждем. Такие лазеры нехорошие. Нехорошие лазеры. Так, а здесь надо нам ключик быстренько забрать. Опля, хорошо. Ждем. Ждем. Бежим.
Все, бежим, 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 бежим. Есть, убежали. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Офигеть. Что там тебя ищут, в смысле? Тебя ищут? Ага. Так, а меня... А где я? И оно... Я... Как называется уровень? Тебя ищут? Так, ладно. Так, пробежали. Тебя уже ищут или что написано? Это надо успевать, что ли, что-то делать? Ладно. Я не знаю, запрыгнул я или нет. Нифига, я внизу. Я внизу еще, ребята. Ключ надо нам открыть. Да. Сейчас я не знаю, запрыгнул я или нет. Да, запрыгнул. Сейчас посмотрим. Все. Открыл я. Так, немножечко сейчас спустимся. Еще не спустились. Так, сейчас посмотрим. Спустился? Нет, не спустился. Так, в смысле? Так. Все, спустился, ребята. Вроде бы спустился. Теперь... да, все, уходим, уходим отсюда. Да, сложный был уровень такой, он долгий какой-то. 261, чик-чик. Так, какая-то чирикалка бегает. Она, видимо, за мной бегает, давайте. Посмотрим. Да. И к ней, естественно, нельзя прикасаться. Ну, давайте подождем, пока эта чирикалка прилетит к нам поближе. Так, все. Забираем ключик. Ух ты, она прям на меня смотрит, смотри. Нет, ты меня не догонишь. Ты слишком медленная чирикалка. Чик-чик-чик-чик. Ты слишком медленная. Хотела что-то мне отчикнуть. Отчикнуть что-то хотела. Так, а здесь, в принципе, уровень. Мы такое, кажется, наподобие уже проходили. Когда вот такая крутилка ходит. А как ее повернуть назад? Ты, слушай, поворачиваешься, нет? Угу. А я ж не пройду. Может быть, еще раз нажать на рычаг, и она будет поворачивать в другую сторону? Нифига. Можно сверху прыгнуть просто. Господи, а что ж так? Прыгаем просто сверху. Вот сюда. Опля. И вот здесь вот едем. Через вот этот уровень. Можно было сразу догадаться. Ладно. Сразу... слон, видишь, высокое здание видно сдалека. Что-то такое большое. Все, прошли уровень. Молодцы. Ух ты, давай играть. Кто так? Ты что такое? Ты кто такой? Ты меня убил? В смысле, давай играть, а ты не хочешь играться? Да иди ты нафиг. Давай играть. Ух ты, что-то она этот заглючила, прикинь. Вроде бы заглючила, а вроде бы и не заглючила. Ай, что она со мной бегает до меня? Непонятно, как она двигается, ребята. Понял, как она двигается. Она просто отскакивает от всего подряд. Понятно. Все, она убежала, прикинь. Я за ней побежал. Буду играть с ней дальше. Ух ты, какой босс. Вот так, значит, да? Ух ты. Так, прятаться нужно вот сюда. Вот сюда прятаться. Так, ладно. Все понятно. Ух ты, успел. Ё-моё, блин. Убил, гад. Ну, вонючка, слушай. Вот это босс, вот это босяра. Это же этот, пчел, бжик. Пчелка. Так, ладно. Так. Я запоминаю комбинацию. Как он делает. Так, комбинацию запоминаю.
Ах ты, ё-моё, блин, ладно, два раза так, хорошо. Запоминаем. Ну, пчела вонючка, а. Смотри, комбинацию запомнить надо. А чё, вот я уже, у меня уже всё, у меня уже это, голова не варит. Как играть? Ладно, запоминаем комбинацию. Сюда, к этой руке. Потом идем к этой руке. Потом под эту руку встаем. Потом встаем под эту руку. Правильно же? Правильно. Так, теперь этот стреляет, потом этот стреляет. Потом сюда прячемся. Потом сюда прячемся. Потом это стреляет. А, все, умер. Ой, все, ребята, опустилась крыша на него, и он умер. Да. Вот такой вот босс. Босса мы с вами, ребята, ребятушки, уничтожили. Так что теперь можно поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И, конечно же, писать комментарии, передавать привет. Всем пока-пока. До новых встреч.